Пришел мужик в бар, заказал себе кружку пива, попросил счет. Бармен ответил: 27 рублей с вас, господин. Мужик, не задумываясь, достал по рублю мелочи и швырнул в бармена. Бармен покраснел, но ни слова не сказал. Собрал всю мелочь с пола и положил в кассу. На следующий день приходит этот же самый мужик и заказывает снова кружку пива. Бармен снова отвечает: 27 рублей. Мужик достает из кармана 50-рублевую купюру. Бармен думает: вот и теперь наступил мой момент расплатиться с тобой. Достает мелочи по рублю 23 рубля и швыряет со всей дури в этого мужика. Мелочь рассыпалась вся по полу. Мужик так слегка опешил, но не растерялся. Достал из кармана 4 рубля, протянул бармену со словами: «Мне еще кружку пива». Если ты, именно ты, не подписан на мой канал, подписывайся скорей. Я думаю, тебе, именно тебе, это несложно. Ну а мне будет очень приятно.